Уфе с 22 сентября начнут подавать тепло в жилые дома. Данная информация опубликована в постановлении уфимской мэрии о начале отопительного сезона. В документе уточняется, что тепло подадут после того, как среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов в течение 5 дней. Также в мэрии Уфы отметили, что со дня пуска теплоэнергии в дома и до момента, когда батареи прогреются, может пройти несколько дней. Отмечу, что в учреждениях здравоохранения, образования, культуры отопительный сезон начнется уже завтра. В этом году сотрудниками Госкомитета проверено порядка 5500 многоквартирных домов. По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры. В адрес управляющих и ресурсоснабжающих организаций выданы предписания, а в адрес органов местного самоуправления направлены предостережения о недопущении нарушения обязательных требований. На сегодняшний день основные работы по промывке, гидравлическим испытаниям и мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в основном выполнены. Напомню, в Уфе будет создан оперативный штаб по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства города. Этой зимой он будет решать проблемы, связанные с отоплением и уборкой снега.